Добрый день, everybody! За прошедшие дни произошло довольно много интересного, про что я вам и расскажу в этом выпуске. Но прежде чем начать, хотелось бы сделать важное объявление. Цей день настав. Ми зробили україномовний канал, на якому буде виходити увесь контент по іграм, який виходив тут. Тому дуже рекомендую підписатись і підтримати нас, тому що це вкрай важливо. Посилання в описі і в закріпленому коменті. В тому ж відео трохи більше інформації. Ну а теперь давайте детально разбираться с новостями. По информации издания Eurogamer, 17-летний подозреваемый, который, вероятно, стоит за недавним сливом GTA 6, не признал себя виновным по обвинению во взломе Rockstar Games. Подросток не стал скрываться и явился в суд. Однако он признал вину лишь за то, что нарушил условия освобождения под залог, а брать на себя ответственность за слив GTA 6 он не стал. Подросток был помещен в центр содержания под стражу для несовершеннолетних. Что будет с ним дальше, неизвестно. Да и что будет с расследованием слива GTA 6, непонятно тоже. Поэтому пока что не потрачено. Само собой, Rockstar не собирается ставить паузу в разработке шестой GTA-шки. Так, студия открыла вакансию аналитика по расследованиям. Успешный кандидат поможет службе безопасности компании избежать потенциальных утечек закрытой информации и связанного с играми контента. Авторы решили усилить меры безопасности в студии. Аналитик по расследованиям должен будет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и инциденты, связанные с безопасностью приватных данных компании. В его обязанности также входит проведение расследований и помощь коллегам из службы безопасности и мониторинг потенциальных угроз. Работать придется в нью-йоркском офисе Роков. Также появилась инфа от СМИ, которые сообщили, что разработка шестой GTA обошлась не в полмиллиарда, а аж в целых 2 миллиарда долларов. Судя по всему, в эту сумму входит не только сама разработка, но также запланированный маркетинг, расходы на актеров и тому подобные вещи. В любом случае, это абсолютно баснословная сумма для разработки игры. Инсайдер Тайлер Маквикер, ссылаясь на свои связи с CDPR, заявил, что прохождение дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 займет от 25 до 40 часов. По словам Маквикера, авторы Phantom Liberty особое внимание уделили решениям игрока, которые будут нести последствия. Изначально CDPR планировало сделать DLC, на прохождение которого уйдет 10-15 часов. С его выходом выяснится, прав ли инсайдер. Еще он утверждает, что польская студия на фоне волны успеха Cyberpunk 2077 решила взяться за разработку второго DLC. Его источники заявили, что дополнение может называться Crystal Palace. В нем авторы расскажут историю, которая развернется на космической базе, или ролевой экшен получит расширение World Filler, которое добавит в мир новые сторонние активности и другой контент. Не поверите, но Ubisoft в пятый раз перенесла релиз многострадального пиратского экшена Skull and Bones. В качестве причин юбики указали желание отполировать игру и сделать ее достойной для фанатов. Также создатели объявили о скором открытом бета-тестировании, о котором сообщат позже. Разработчики остались недовольны результатами последнего тестирования. Хотя они и смогли улучшить геймплей, основной проблемой стала слишком поверхностная система прогрессии. Теперь Skull and Bones выйдет только 9 марта. Теперь God of War Ragnarok уже точно ничего не грозит. Но если отбросить иронию, Ubisoft наконец-то дошло, что выпускать игру почти день в день с тайтлом Sony бессмысленно, поэтому решила перестраховаться и заодно уделить полировке больше времени. К тому же Том Хендерсон рассказал, что перенос случится за день до того, как Skull and Bones собирались показывать прессе, а по информации Axios, Ubisoft не возлагает больших надежд на экшен. Источники внутри компании говорят, что руководство не надеется на большие продажи, принимая во внимание смешанные отзывы от тестеров. Тем не менее, игру выпустить нужно, и желательно в не самом плохом состоянии. Том Хендерсон в материале для своего сайта Insider Gaming рассказал о приближении анонса и выпуска следующей части гоночной серии Need for Speed. Анонс так называемой Need for Speed Unbound от Criterion состоится уже в течение 2 недель. Упоминается начало октября, а дебютный трейлер растянется на целых 1,5 минуты. В анонсирующем трейлере Unbound якобы будет звучать трек от рэпера ASAP Rocky. Выпустить гонку при этом все еще должны до конца года. Insider называет дату релиза 2 декабря, а из платформ мелькают только PS5, Xbox Series и ПК.
Первые обзоры God of War Ragnarok появятся 2 ноября, пишет издание Twisted Voxel. У пользователей, ожидающих оценок, будет целая неделя на ознакомление с материалами до поступления игры от Santa Monica в продажу. Релиз долгожданного приключенческого боевика состоится 9 ноября. Западный игрожур пока не получил от Sony коды на игру, но ожидается, что это произойдет примерно через 2 недели. Тем временем появилась информация о том, что предзагрузка Рагнарёка будет разблокирована за неделю до релиза, то есть примерно в одно время с публикацией обзоров. Из этого можно сделать выводы, что Sony очень уверены в своей игре, так как обычно обзоры появляются максимум за несколько дней, а не за неделю, как тут. В интервью VG247 геймдизайнер Адам Дакет рассказал, что в Dead Island 2 будет встречаться огнестрельное оружие с ограниченным количеством боеприпасов, а биты и катаны получат свойство ломаться для сохранения выстроенного баланса. Разработчики добавили в игру множество видов оружия и хотели бы, чтобы игроки попробовали их все. Арсенал включает в себя различные перки и моды, а также другие вещи, которые, по мнению авторов, интересно исследовать и перебирать. У пушек дальнего боя, что логично, есть боеприпасы, поэтому у оружия ближнего боя есть деградация. Статус оружия ближнего боя будет отображаться непосредственно в самой игре. Например, сломав меч, игроки останутся с одной рукояткой в руках, тогда как лезвие вонзится в череп зомби. Разработчики позволят экипировать 8 видов оружия, между которыми можно свободно переключаться с помощью интерфейсного колеса. Все это также играет на руку реализму тайтла и, возможно, играть вообще без интерфейса. Половина студии сейчас тестирует экшен именно так. Собственно, сама игра выйдет 3 февраля. Нарративный директор Assassin's Creed Mirage Сара Болье пообщалась с журналистами PC Games N и раскрыла некоторые детали будущей игры. В частности, она рассказала о характере Басима. Вначале он слишком самоуверен, он уличный вор, он гангстер. Помимо своего мастерства, он также обнаруживает, что у него есть психические проблемы, а также сомнения в том, кто он такой на самом деле, и это его внутренний конфликт. Его жизнь будет сложной, заодно Сара еще раз подтвердила, что в «Мираж» будет меньше мифологии, чем в предыдущей трилогии, но меньше не значит, что мистики не будет вообще. Цитата. «Это исторический сеттинг, более приземленный, меньше мифологии. Это попытка вспомнить то, что мы любили, и что является частью коллективной памяти о том, что такое Assassin's Creed. В общем, звучит неплохо, но что получится на релизе, вопрос все еще открыт». Публика критикует Blizzard за систему монетизации, но на этот раз в Overwatch 2. Игроков разозлила стоимость косметических предметов во фри-то-плей шутере. Так, значительная часть косметики Overwatch закрыта пейволом. Для того, чтобы получать различные бонусы и награды, игрокам нужно будет покупать батл-пассы. Стоимость 1000 монет, что равняется 10 баксам. Пропуск имеет 80 уровней, а дополнительные персонажи открываются на 55-м. Blizzard парировала заявлением, что пользователи сменяют бойцов не так часто, поэтому это пойдет на пользу сиквелу. При этом, кроме пропусков, Близзы также собираются отдельно продавать некоторую косметику, вроде скинов персонажей. Один из таких будет продаваться в магазине за 2000 премиум монет. И это уже с учетом 30% скидки, что эквивалентно примерно 20 баксам. Многие пишут, что хотели бы видеть Overwatch 2 как полноценную платную игру. Free-to-play модель нравится не всем. Игроки также не удовлетворены тем, что второй овер фактически полностью заменит первый. Blizzard насильно переводит всех во вторую часть. В общем, ничего удивительного. Blizzard, как всегда, выставляет себя клоуном. The Callisto Protocol обещает стать пугающим хоррор-экшеном. По словам разработчика, команда сделала потрясающий ИИ, который в случае чего не будет убивать игрока, а, к примеру, залезет в вентиляцию и будет нагнетать атмосферу. Таким образом, у геймеров будет создаваться напряжение. Авторы хотели ввести игроков в пугающую и напряженную атмосферу. Большую часть эффекта играет звуки окружения. К примеру, вы сможете увидеть вентиляционную решетку на полу и отверстие, но не будете знать, кто
что именно скрывается во мраке. На этом создатели хоррора сделали большую ставку. К тому же, подчеркнул Марк Джеймс, ИИ будет реагировать и на то, каким оружием вы пользуетесь при защите. ИИ всегда находит лучший способ атаковать. Иногда они пытаются приблизиться к вам. Скажем, например, вы продолжаете использовать оружие дальнего боя, враг уйдет из вашего поля зрения, вероятно, в вентиляционное отверстие и найдет другой способ добраться до вас. Притом, во время игры важно быть внимательными и меткими. Нужно сразу стрелять наповал, поскольку каждое попадание по монстрам будет делать их яростнее. Это тоже фишка Callisto Protocol. EA Motive опубликовала блог, в котором рассказала о некоторых новых деталях ремейка Dead Space, а также о своем подходе к разработке и воссозданию любимых фанатами моментов. Например, чтобы убедиться в правильности выбранного направления, студия каждые 6 недель встречается с преданными фанатами оригинала и слушает их отзывы и предложения. Кроме этого, они рассказали, что обогатят местный лор за счет кусочков из Dead Space 2 и 3, а также предоставят некоторым второстепенным персонажам больше экранного времени. При этом игру расширят, а также добавят новые квесты, связанные с персонажами оригинальной первой части, которые перестанут быть голосами по радиосвязи. Доктор Кросс, например, полноценно появится в игре, а не только в аудиозаписях. Также героям второго плана расширят биографию и осветят их жизнь до основных событий Dead Space. Таким героем, в частности, выступит Николь. Игроки узнают, что с ней случилось во время вспышки. Для этого Motive создала для ремейка дополнительные нарративные задания. Благодаря движку Frostbite в ремейке не будет склеек камеры, как в God of War или загрузочных экранов, а на Ишимуре разрешат возвращаться в ранее пройденные локации для сбора пропущенных предметов и тому подобного. Как сообщает инсайдер Том Хендерсон, игрожуру уже предоставили возможность пощупать превью-версию нового проекта. Эмбарго на публикацию материалов спадет в середине октября. Представлен дебютный трейлер стелс-шутера IGI Origins, в котором главный герой пробирается на советский объект времен Холодной войны. Он устраняет солдат, а затем пробирается к ракете. Выглядит все это довольно качественно с визуальной стороны, да и игровой процесс должен быть интересным, с прятками в лесу, устранениями в ближнем и дальнем бою и перестрелками при обнаружении. Собственно, это приквел шутера Project IGI, который вышел в далеком 2000 году. Действие происходит в 1980-х, а главному герою нужно предотвратить разжигание мирового ядерного конфликта. Все прям как в жизни. Играть нужно за бывшего оперативника САС, которого взяли на службу в Ми-6. EA и Tecmo Koei представили первый трейлер Wild Hearts. Это ролевой экшен в духе Monster Hunter про охоту на разных фантастических тварей во вдохновленном феодальной Японии мире. Игрокам, завладевшим древней технологией, предстоит восстановить баланс региона и охотиться на огромных созданий. Игра обойдется без открытого мира и будет разделена на большие зоны, что, по мнению команды, предлагает значительные преимущества для этого жанра. Охотничьи приспособления для победы над монстрами позволят создавать на лету. Премьера ожидается уже 17 февраля, а игра была в разработке уже на протяжении 4 лет. Среди целевых платформ только ПК, PS5 и Xbox Series. На консолях прошлого поколения добиться максимума при изображении фэнтезийного мира было бы невозможно.